как можно легко оттереть вот такую вот резиновую подошву на обуви. Сейчас покажу. Вот такой у меня ботинок, причем он помыт мылом со щеткой, но, как видите, подошву так отмыть уже невозможно. Поэтому нам понадобится муравьиный спирт. Берем ватный диск, наносим на него это средство и начинаем тереть подошву вот таким вот образом. И она практически моментально оттирается. Вы посмотрите, мы не только черные царапины убрали, но и желтизна немного ушла. А потер я всего несколько секунд, а разница уже так заметна. Так что берите на заметку, у кого резиновая подошва, муравьиный спирт ее отлично чистит, а стоит всего 30 рублей.